ездили или еще? Итак, начинается, я чувствую, начинается. Пиво закончилось, мы отправили одного человека, он уехал. Так загнуться. Приехал, я поставил. В этом цветы сажал. На крыше поставил. Нет. Семечки первым взять не можешь. Смотри, как матрица, знаешь, там вокруг. В середине там. Товарищ подошел, бутылку забрал. Все, мы ушли к себе. Ящик остался. Все, сидим, пьем. Закончилось. Ну, пошли, я выхожу такой. Раз, бутылку беру, две минералки. Думаю, зачем он минералку купил? Раз, вторую бутылку. Пять минералок. Смотрю такой на ящик. Ящик минералки. Денис, ты зачем ящик минералки купил? Мы тебя попросим ящик пива. Все выбежали, выкидыши. Как тебя в магазине обманули? Соседняя дверь, там, они с хохота падают просто. Они взяли ящик, поменяли. Вот Арсения, она рождали, когда мы такие спустили. Слышал за дверью, ха-ха-ха. И как все оставили? Ты что назад ебать? Забыли. Тихо. Ну что ты, посмотри, что ты сделал? А Вася где? Вася сейчас приедет, поехал за чаем, за пуховиками. Я лучше. Пошла массовка. Китайцы разъехались уже все. Ждал долго. Годы летят стрелой. Ну-ка вместе давайте легкие прогреем, люди. Есть? Есть? А? Есть желание легкие прогреть? Сейчас по писярику на как. По писярику-то ответственно надо подходить. Да. По писярику. Я-то ведь в принципе под нос. По псярику решили мы. Вау. С тобой что фотки, что видео. Такие прикольные получаются. Спасибо. Нормально жгли-то в этом. Как он? Сарай, да? Вот. Сарай. От нормальной фотки, да. Жгли. Жгла я там. Да, да. Да, там все жгли. Нормально. Давай. У меня даже приводы были в линейный отдел по юности. Не надо. Правда, правда, что? Были. Арбузы мы тырили, сбили. Ах ты! Знаешь, что? А сейчас не возят арбузы. Что? Как это не возят? Чего? Уже не возят. Вот здесь на строителе в бараках живут, вскрывали. Кто здесь? Кто? Сейчас арбузы не возят. Кто? Ручки холодненькие. Какие ручки холодненькие? Арбузы дырили. Греемся, греемся, греемся. А кто? Греемся. Так понятно. Это кто? Это дядя Дима. Дочурку. Дочурку Машуньку принес. Машулечку маленькую такую. Ты что облизываешь тут, Маш? Ну, звуки растут. Нормальненько. Молодец. Умничка. Как раз. Леня. Да. Леня. Да. Я здесь, а? Так, вот редко бывает, знаешь, компания. Не-не-не, мне налито. Мне налито. Ты снимаешь. Да, я так ты это. Уже, ты видео. Я центры, что ли, там? Центр, он снимает. Ну, давайте, ребята. Еще подзаразим деньги. Да хороший мужчин. Да. Да. Нахуй это один раз в день. Да, хороший. За мужиков! За мужиков! За мужиков! Ты что, за мужиков не пьешь? У нас обычно... На вот коньячку хлебни. Давай. Здорово будем, бояре. Ох, вино все не пьет. Он знает, кем прикрыться сейчас-то, конечно. Пойдешь?
30 грамм. Давай, давай. Ой, хорошо. Ой, с очком. Ну, давай. Выпьем? Да. Погреем легкие. Давай, люди добрые, готовы. Ай, на-не-на-не. Помидорочки. А годы летят стрелою, скором, и мы с тобою разом из города уйдем. Где-то в лесу дремучем или над горной кручей сами себе построим дом. Там вокруг такая тишина, что не снилось мне и нам с тобой. И за этой тишиной, как за стеной, хватит места нам с тобой. Ой. Рядом с парадной дверью надо копать скамейку, а посреди весенний пруд, чтобы, присев однажды, смог бы подумать, каждый нужен ли он кому-то тут. Там вокруг такая тишина, что вовек не снилось нам с тобой. И за этой тишиной, как за стеной, хватит места нам с тобой. Покрепче сладим рядом, на цепь посадим 8 больших голодных псов, чтобы они не спали, к дому не подпускали горя, врагов и дураков. И там вокруг такая тишина, что вовек не снилось нам с тобой. И за этой тишиной, как за стеной, хватит места нам с тобой. И за этой тишиной, как за стеной, пам-пам-парам, хватит места нам с тобой. Пап-тап-тап-тап-пару-пап-пап-пу-бу-бу-бу. На берегу так оживленно людно. Да, да. А у воды высится, как мираж. Древний корабль, грозное чье-то судно. Тешит зевак и украшает пляж. Ой, я сбичал. Как ни воюй, годы, увы, сильнее. О, да. Как ни верти, время свое возьмет. Да, 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 да. Сгнили борта, и нет парусов у морея. О, да. И никогда волны не дать вперед. Да, 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 да. Зато любой зайдет сюда за пятачок, что пушку затолкать и бычок, и в трюме посетить кафе и винный зал. А также сняться на фоне морской волны с подругой, если нет жены, одной рукой обняв ее, другой обняв штурвал. Спасибо, Мурат, я позже был там и я, и на толпу глазея. С болью в душе понял я вещь одну. Да-да, да-да. Какую же, а? Ту вещь. Эдаким вот музеем. А в нужный момент лучше пойти-ка. Однако да. Зато любой зайдет сюда за пятачок. Легко. Чтоб в трюме посетить бычок. Ага. И в трюме посетить кафе и зал. А также сняться на фоне морской волны с
подруга, если нет жены. Одной рукой обняв ее, другой обняв штурвал. А также сняться на фоне морской волны. С подругой, если нет жены. Отлично. Одной рукой обняв ее, другой обняв штурвал. Окей, all right.